Как вы видите, бассейн заполняется, и он заполнен уже вот настолько. Но до этого его обитателями были паучки, и они до сих пор не верят, что их родному дому приходит конец, и его нужно покидать. Они просто стоят вдоль бассейна и смотрят. Смотрят на то, как тонут лучшие воспоминания их жизни. Я думаю, они до последнего не захотят покидать это место. Возможно, они даже захотят умереть за свой дом и остаться здесь, утонув в ледяной пучине.